не была лазерная терапия для детей. Компрессорный небулазер Semidesil сил специально для детей. В комплект входит компрессор, небулазерная камера, трубка небулазера, мундштук и детская маска, а также воздушные фильтры для замены. Перед использованием рекомендуется прокипятить небулазерную камеру SideStream Reusable в воде 100 градусов по Цельсию с добавлением 2-3 капель средства для мытья посуды в течение 10 минут. Перед использованием рекомендуется помыть маску вручную в теплом мыльном растворе. До начала работы с небулазерной камерой и выполнения действий с лекарственными средствами требуется вымыть руки. Установите небулазер на твердой ровной поверхности рядом с электрической розеткой. Проверьте, чтобы фильтр был не загрязненным. Фильтр нужен для очистки комнатного воздуха. Подсоедините один конец трубки к разъему выходящего воздушного потока компрессора. Прикрепите другой конец трубки к основанию небулазерной камеры. Открутите крышку небулазерной камеры. Залейте необходимый объем лекарственного средства в колбу. Закрутите обратно крышку на колбе и подсоедините маску или мундштук. Вставьте вилку электрического шнура компрессора в розетку. Для того, чтобы начать процесс терапии, нужно принять расслабленную позу сидя. Для начала процедуры включите небулайзер. Убедитесь, что аэрозоль выходит из маски. Разместите маску поверх носа и рта ребенка. Ребенок медленно вдыхает и выдыхает аэрозоль ртом. Длина трубки и надежность фиксации маски позволяет отвлечь ребенка от проведения терапии. По окончании процедуры в колбе может остаться незначительное количество жидкости. Это нормально. По окончании процедуры требуется выключить небулайзер. Выньте вилку из электрической розетки. Разберите все части небулайзера. Отсоедините небулайзерную камеру от трубки. Открутите крышку от колбы для лекарства. Промойте небулайзерную камеру. После чего повторно заполните ее чистой водой. Установите обратно колбу и крышку. Подсоедините трубку к небулазерной камере и снова включите изделие на несколько секунд, чтобы смыть все остатки лекарственных средств. Снова разберите все части небулазера. Обработайте все компоненты, за исключением маски и трубки, теплым мыльным раствором, либо разместив в корзине на верхней полке посудомоечной машины. Промойте все части в чистой воде в течение 2 минут. Не вытирайте насухо. Высушите на воздухе. Соберите обратно небулазерную камеру и храните в чистом месте.